Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Алекс СМИ. И сегодня в Ярославле открывается новое заведение «7 пятниц». Посмотрим, как выглядит пятница на самом деле. Is the mirror of myself? Am I somebody else? I don't wanna be. Здравствуйте! Здрасте! И, друзья, добро пожаловать всем на Хэллоуин! What happens in Vegas, stays in Vegas. Скажите, что нового в этом заведении? Чем вы сможете удивить ярославскую публику? У нас получилось три разных пространства. У нас бар, основной зал. В стиле выполнены сегментации нескольких заведений. Мы попробовали объединить это все в одном, и у нас, я думаю, получилось. У нас есть зал караоке и чилаут-зона, где можно спокойно посидеть, пообщаться с друзьями, покушать и насладиться отдыхом. I'm shuffling. Скажите, а чем обусловлено название «7 пятниц»? Ну, в первую очередь, потому что людям в Ярославле некуда пойти. Будние дни, выходные, даже воскресенье. А мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю. Это наша фишка, и мы хотим сделать, чтобы людям было комфортно отдохнуть во вторник, так же, как и в пятницу. Поэтому мы назывались именно «7 пятниц». Everybody! Максим, здравствуйте, скажите, какой самый любимый ваш коктейль? Писка Сауэр. Что туда входит? Писка. И? Лайм фреш сахарный сироп. Отлично. Для приготовления. Отлично, скажите, какой самый популярный коктейль за сегодняшний вечер? Виски кола пока, но мы будем работать над этим, я думаю. Будет что-то интересное и занимательное, как вы сейчас могли видеть. Будет много классного, будут классные коктейли, будут классные подачи. Так что приходите, 7 пятниц, обязательно ждем вас. I don't wanna be everybody. Вам здесь. Очень круто, я не ожидал, что будет такой драйв, просто порыв энергии какой-то, на самом деле очень весело и очень позитивно все проходит, мне очень нравится. Я первый раз в Ярославле, но я уезжаю отсюда с кучей эмоций, я думаю, будет куча воспоминаний, очень теплых и добрых, и я буду возвращаться сюда снова и снова. Насколько я знаю, ваше любимое блюдо — гречка. Скажите, сколько блюд из гречки вы знаете? И с чем вообще вы ее едите? С чем или с кем? С чем? Ну, на первом канале мы ели гречку с пелагеей, как вы видели, наверное. Вот. А вообще, гречка – это каша, а каша дает энергию. Я каждый раз перед выступлениями ем гречку, как бы это смешно ни звучало. Люди, ешьте гречку. Мне здесь очень нравится, здесь очень комфортно, чисто, уютно, и очень интересный интерьер, звук тоже достойный очень. Что вам здесь понравилось больше всего? Очень приветливый и добрый персонал, мне это очень понравилось, очень люблю позитивных и открытых людей. Здесь-то как раз такие и работают, мне кажется.
Скажите, все ли вам здесь нравится? Да, мне нравится все, но я думаю, нужно немножко больше рекламы. Рекламы, что здесь, оказывается, есть сауна, есть караоке, есть отдельное заведение, где волшебная геометрия сегодня гуляет. Геометрия знает, где проводить свои вечеринки. Так выглядит Ярославских 7 пятниц. Драйв, хорошее настроение, отличная атмосфера. Вот что вас ждет здесь. С вами был Алекс СМИ, специально для геометрии. До встречи!